Всем привет, дорогие подписчики, гости моего канала. Я по просьбе сегодня гуляю по улице Колхозной. Смотрим, как изменился поселок. Ну, пойду, народу никого нет, машины ездят, приходится отключаться. Может, узнает кто свои родные улицы. Длинная улица вообще-то, не знаю, сумею я все записать или нет. Где-то могут быть переходы. Особо показывать и нечего. Это улица Рудакова, тоже еще нужно вот поснимать, просили. Ну вот про этот дом говорили, двухэтажный. Тоже вот надо поснимать. Вот заодно показываю с этой стороны. Здесь вот совсем уже порушенный дом. Все развалилось. Помню, сюда за яблоками ходили. Ой, калина там есть. Полное запущение. Одна разруха. И деревни показывать не надо. Поселки вон. Улица какая. Здесь тоже, вот видите, дом. Совсем никто не живет. Там тоже. Здесь маленькая избушка. Так. Вечер у нас уже 4. 4 вечера. Одна я тут гуляю. Нет, еще гуляют молодые люди. Я даже не знаю, про какой дом хотели бы посмотреть. Какой номер дома вас интересует? В начале или в конце улицы? Вот. Почти центр поселка. Полное запущение. Особенно отчетливо это вот такую погоду, да, видно. Здесь тоже, наверное, кто-то, может, участок купил. Вон все дома, все дома. Что ни людям не построить, да? Ну, откуда? Кто сюда поедет? Ой. Помнится, детство проходило на этих улицах. А теперь ужасы ужасные. Переулок красный. Иду, думаю, где хоть жильем-то попахивать будет. Так, иду, думаю, где бы тут нормальные дома встретить. Вот они. Вот они. Появляться начали. Здесь двухэтажка. Напротив тоже двухэтажка. Идем дальше. Что-то камера не хочет работать. Трясет, наверное. Так, направо туда, вот по мостику, улица 50 лет Октября, там дом культуры и Пятерочка, магазин. Здесь снова разруха, ну, здесь живут на этой стороне. Да, такая колхозная улица прошла, здесь, считай, путник домов-то нет, кроме двухэтажных. Да так, еще тут домика 4, наверное, более-менее. Ну, это красный магазин бывший. Потом там был мебель, продавали.
теперь кафе «Встреча». Помнят, наверное, многие этот магазин. Так, идем перекрестку. Улица Октябрьская. Кстати, есть видео на моем канале, тоже просили. Оля, привет. Твоей просьбе ходила по улице Октябрьской. Это летом мы за грибами Максимиху ходили. Видите, какой дом. Столько людей там жило. Все, ничегошеньки. Одно запущение. Здесь тоже дом стоял. Моя знакомая коллега жила, сгорела вместе с домом. Вот. Ужас. Один ужас. Смотрите, дорогу сделали. Шикарная дорога. Смотрите-ка. Давно тут не было. Такие домики. Вот такие домики. Еще чуть-чуть и все. Все уже заваливаются. Машины ездят. Так подозрительно все смотрят. А что смотреть? Не видели женщины с телефоном? Это я еще без селфи-палки хожу. Ой. Какой ухоженный домик. Там какой аист. Ленка, смотри, твой дом показываю. Да нету там в окошечке. Работки. Привет тебе от меня. Так, это у нас советский переулок. Или колхозный. Советский. Или колхозный. Забыла. Такие тут домики. Прохладно, что-то у нас стало. 1 ноября, кстати, ребята. 1 ноября. Последний день осени. Так, там народ. Правильно поймут. Вон там какой дом. Там, говорят, батюшка, что ли, построил. Туда дорога. У нас больничный городок. Ну, там поликлиника, больница. Туда пока не пойдем. Еще один переулок. Я уже как-то здесь гуляла. Есть видео. По-моему, по зиме. Прошлый год. Так что можете посмотреть. Не знаю, стараюсь идти, не шевелиться, но все равно картинка трясется. Какому дому внимание уделить? Рука уже замерзла. Хотя у нас почему-то ноябрь обещает теплым. Частенько все здесь нормально. Так это люди живут. Ухожено. Все убрано, листочки. Не то, что в начале там.
скоро закончится. Сейчас вот как немножко в гору. Ну, наша водонапорная башня такая огромная. Собачка, собачка, ты замерзаешь тут? Нет, ты что, нету домика своего? Грустненькая лежит. Полностью у нас, видите, листья не все облетели. Ну вот, кажется, и все. О, снег пошел. Это да. Думаю, что так холодно. Я сейчас на Советскую выйду и домой. Ну, кто со мной гулял, спасибо за компанию. В следующий раз я, наверное, пройдусь еще по одному заказу. Ветлечебница у нас здесь, по-моему, если не ошибаюсь. Ну что, всем пока. До встречи. Живите дружно.